Здорово, здорово, дорогие друзья, с вами, как всегда, Ямин. Мы продолжаем насиловать Сашку на сервис CCT Planet номер 6. Чё я сказанул, хз. Короче, сегодня меня встретил Тёмчик, который тоже со смотры, дилер, который тоже со смотры, еще куча игроков, которые тоже и смотры играют вместе со мной на 6-м сервере. Так что давайте, звучало как пиар, но нет, ну посмотрите, какая же здесь Сашка, все-таки офигенная, а? Вот на смотри, она как-то кал просто, а вот здесь прям офигенная. Смотрите, что здесь можно, например, поверну колеса и вышел. И они повернуты остались, вы же гоните, бля. Вот мелочь, вот есть такой даже в сампе Клео, такой на вывернутые колеса, я помню, устанавливал еще в 17 году. Ну блин, ну что так сложно скачать Клео там в интернете и просто сюда вставить, я не пойму, вот разработчики смотри, да и т.п. Короче, как вы поняли по названию ролика, сегодня мы будем сегодня мы будем сравнивать работы летчика самолета, ну летчик на автомобиле же не может быть. Эван, что ты тупишь? Короче, летчика на смотре и на CCD, где же лучше, где же больше платят. Для начала там Best Friends, Тёмчик, тебе привет, клану Best Friends привет. Конечно, такое какое-то очень доброе название, я бы сказал. Что я могу сказать? Если вот мне он работает, да, он говорит, что он стабильно днем, ну, типа каждый день по лимону берет, берет, да. Звучало как-то не очень. Зарабатывает. Вот так лучше, да. Еще один момент потроллить смотрю. Короче, один лимон он зарабатывает. Если он говорит, что утром ночью, то можно где-то, ну, если вы играете утром ночью или вы играете норм, только у вас там вот МСК очень длинный пояс, то 500-600к за час. А если днем вечером, то есть сейчас, где вот такая вот просто очередь, там куча людей, 200-300к. За час. Ну, в принципе, неплохо. Зная, какая здесь экономика, это нормально. Сказал Эван, когда черон стоит здесь больше 200 миллионов. Так как у меня все деньги из GTR, и, кстати, GTR продал за 7 миллионов ровно. Ну, не удержался, короче. Поставил их на вклад до 10 числа. И заработал 122 тысячи. Это, короче, мой оператор. Потому что у меня нету прав на самолет. А теперь мы идем и сдаем на самолет. 100 тысяч экзамен стоит, и запрещена намеренная посадка на проезжей части, запрещено намеренное повреждение воздушной, запрещено намеренное. Короче, многие писали, что с первой попытки очень сложно. Я не хочу старать 200 тысяч, просто чтобы сдать на права. Фух, с богом. Я надеюсь, меня не кикнет, все будет норм. Блять, вот Серега НФС, а? Вот ты сейчас на своих этих... Удачи сдать на права. Спасибо за подгон, братишка. Конечно, это не подгон. Ну, короче, очень много писали, что очень сложно. Но, в принципе, это же та же автошкола, что и на смотре, я как поначалу вижу. Вот, в принципе, Дудо, а чё? На Дудо я накатался и в Сампе, и... Ебать, там она летит. Это Андромеда. Что-то у меня язык заплетается. Я надеюсь, меня не кикнет. И тут резко пролагало у меня. Потому что деньги... Блять, оно реально лагает. Короче, это все ускорю, чтобы вам не было скучно смотреть там под музыку. Можете там, если не хотите смотреть, какой здесь маршрут, можете там просто промотать вперед. Work, but I did try. Writing this verse for my generation. Goes to my brothers-in-law. Yeah, I came in and took what I saw. Yeah, admitted you feel a bit sore. Yeah, admitted you fake motherfuckers. Yeah, still speaking on my name. Yeah, you don't even have to explain. Yeah, this therapy cools up my brain. Yeah, I'm insane. I'm insane. That's what I said on my last song. I just get crazy 'cause they're coming back at me like it's all ping pong. Low key, yeah. They can't get jealous enough. Yeah, low key, yeah. Coming at me with the guff. Yeah, I read you all like a book. Yeah. I don't know fuck with these crooks, yeah. Low key, yeah. Low life, low looks. Low key, yeah. They can't
get jealous enough, yeah. Low kid, yeah. Coming at me with a cuff, yeah. I read you all like a book, yeah. I don't not fuck with these crooks, yeah. Low kid, yeah. Low life, low looks. I've been fighting what you can't find. I've been doing what you can't do. I've been walking with a flashlight. You've been walking with a candle. I don't even think you can't fight. Think you're running out of ammo. I think that you got your hands tied. Just like that dude with the mambo. I got what the money can't buy. Tell them wisdom yellow and blue. Lemonade will get your lens fried. It is everything you can't shoot. They say me and not aware though. I see that you should be careful. If you really wanna talk about it, start a conversation in a damn booth. In my country, I'm the best one. We can do a couple test runs. Solo project be the most fire. Even kill it on the guest ones. Go and create a couple anthems. Score a couple sets like M1. I don't have no cure for cancer. But tell us way that I got answers. Low key, yeah. They can't get jealous enough, yeah. Low key, yeah. Coming at me with the guff, yeah. I read you all like a book, yeah. I don't not fuck with these crooks, yeah. Low key, yeah. Low life, low looks. Low key, yeah. They can't get jealous enough, yeah. Low key, yeah. Coming at me with the guff, yeah. I read you all like a book, yeah. I don't not fuck with these crooks. Все, 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 буквально. Я надеюсь, здесь никто в Drag Racing не едет просто. Вот. Просто мягкая посадочка. А, вот, и заходим, короче, оттуда, куда приехали. Ну, в принципе, что, норм. Мне, в принципе, трасса понравилась, особенно два первых моста, это просто идеально было. Фу, главное, чтобы здесь никакие тормозные диски не ездили, и все было. Зашибись. Ну все. Он сделает на прос первого раза, я который тут оставил 600к и 2 часа времени. Не, ну просто я столько в слампе на Додона катался на резоне, на смотри на Додона катался, что это вообще изи. Так, пацаны, авиаперегрузка. О, это внизу как прям в парадайсе, я манал. Вы шестой в очередь. Ну, кстати, не очень так уж и много. Знаете, чем мне нравится здесь самолетом работать? Потому что, во-первых, здесь не лагает, во-вторых, чтобы тебе так просто... быстро деньги просто не капали. Смотра сделала там усложнение, там тебя боковой порыв ветра, там в нос, в зад, короче, ветер дует, и прям капец, ничего не видно, метки пропускаешь, там такой пипец на этой работе. Еще плюс лагает в некоторых. Ой, я в третьей очереди. А здесь что, обычные просто самолеты, садишься, летишь в аэропорт Л.В. и все. И все. И просто зарабатываешь деньги, и она популярная, смотреть сделай, чтобы, блядь, потяжелее, просто и все. И, кстати, после того, как вы прилетели в ЛВ, вы там не остаетесь, как на смотре. А вы просто тпхаете сюда, и все. Только закончил просто запись, все, сразу сюда надо, вот, подошел. Тебя тпхает, я так понимаю, да? А, просто надо сюда подойти и на F нажать. Или что? Ну, я подошел. А, я понял. Доставьте груз в аэропорт Лас-Вентурас, и все. Полетели! Вот это балда, конечно. Состояние самолета. Давайте 21.10. Пацаны тут пролетали и за минуту, и за 50 секунд. Посмотрим, блять, за сколько я пролечу. Тёмчик просто летит внизу, просто вот. А он же прошаристый, как надо летать, понимаете, пацаны? Он же быстрее меня даже. Ничего, если я его подрежу немножечко. Или мы здесь антиколлизия здесь. Да, здесь коллизии нет. Ну все. Или там пофиг, как залетать. А, я понял. А, просто можно залетать. Все. Изи 20 тысяч. Вы достали груз за минуту 57. Вся работа, ничего себе. Кстати, коронавирус на Е60. Все, кстати, на дисках дешевых ездят, блядь. Не, ну не прям кайф, серьезно. За минуту 57 20 тысяч. То есть 2 минуты 20 тысяч, да? В час это 30 раз я могу слететь. 30 на 20. 600 тысяч. Все, полетели. Нормально? А, надо было сесть. Все, короче. Поворачиваем и сразу взлетаем, блять, я уже хуйню сделал. Херню. Вс,
все, полетали, шасси на двойку сложили. Ой-ой-ой-ой-ой, что-то мне кажется, сейчас я упаду. Да, я там что-то задел. На двойку не сложились? Во! Теперь кайф, все, можно лететь. О, он быстрее, кстати, полетел, он прям повалил. Короче, залетаем. Надеюсь, в синюю метку просто надо залететь и все. Не обязательно внизу. Вот. 20 тысяч за минуту 33. Топчик, топчик. В принципе, вот вся работа. Едешь, просто нажимаешь Enter, летишь за минуту, зарабатываешь 20 тысяч. Неплохо, неплохо. Ставьте лайк, если вам понравился данный видос. С вами был Эван. В принципе, очень хорошая работа. Блять. Я, короче, как всегда, просто вовремя. Работа вышла полгода назад, я решил ее обозреть. А, заебись. Короче, лучше, чем на смотре. Хотя на смотре вы можете сказать, вы, ты, блин, за... на смотре за сколько там? За 10 минут, даже меньше, пролетишь, заработаешь там за 100 тысяч, 100 тысяч плюс, и сразу можешь пойти купить что там. Ну... с автосалон, ну чё, шестерку, да? Пятерку можешь купить с автосалона сразу. Ну, пятерку нет, а вот шестерку можешь. Типа сразу. А на CCD за 20 тысяч ты чё купишь? С одной стороны, да. А если 10 минут на CCD, это чё, 200 тысяч? Если так, чисто в полете. Ну, с ожиданием, ну, короче, да. На смотре своя экономика, здесь своя. Ставьте лайк, если вам понравился данный видос. Ждите новые серии по CCD. Заходите, может, создадим свой клан именно здесь. С вами был Эван, смотри хана. Всем удачи и всем пока.